Всем привет! Продолжаем смотреть интересные работы художников. Музей Рарта представляет выставку французского художника Филиппа Шангти «Вкус чувственного». Коллекцию изысканных ощущений, призванных высвободить наше бессознательное. Так написано в анонсе. Снимки афиши, напоминающие отдельные сцены из большого спектакля. Чувственность как естественная среда обитания человека. Автор, представлявший княжество Андорра на 58-й Венецианской биеннале. Территория Филиппа Шангти. Чувственность. Здесь он обитает, как рыба в воде. Жизнь для него в первую очередь источник ощущений. Шикарные, красивые работы, которые заслуживают внимания. Ну, как мне показалось, это, конечно, мое мнение. Очень было много людей, которые смотрели эти работы. Вообще, Ирарта очень хороший музей. Там очень много есть, что посмотреть. Всем рекомендую. Возвращаясь к анонсу. Роскошь раскрепощения действительно удел избранных. Нужна смелость, чтобы позволить себе смотреть на чужую наготу и скидывать в себя шаблоны, в некотором смысле обнажиться самому. Однако проделать этот путь стоит каждому из нас, чтобы не начать бояться быть собой. Нам всем нужно временами высвобождать собственное бессознательное, позволяя себе проявлять эмоции без цензуры. Тонкий знаток и ценитель чувственных радостей Филипп предлагает нам богатую коллекцию изысканных ощущений и приглашает вместе с ним насладиться их дегустацией. Так написано в анонсе к этой выставке. Филипп Шангти – художник, который выражает себя через фотографию, скульптуру, видеоарт, живопись и даже перформанс. Ну вот, смотрите работы. Что еще говорить? Просто красивые, качественные фотографии, качественная работа художника, фотохудожника. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Давайте я вместе с вами посмотрю еще раз на эти работы. Пока-пока, до свидания, до новых встреч.